AMOLED-экран. Так, отчетливо видны пиксели, если близко подойти. Правда, такие вообще. Все, что возможно во всяких экранах, подсветках. Да уж. Сверху вода стекает, господи, тут все вообще такое крутое. Смотрите, реально вода стекает. Вот так, сверху падает. Офигеть. Жесть. Какая тут красотища. Еще и вот эти штуки сменяют цвета, вызовники. Кстати, несмотря на то, что здесь 4 лифта, и все равно нереально долго ждать, потому что дофига народу, вот, останавливаются на каждом этаже, и на каждом этаже может стоять там секунд по 30. Короче, их очень долго ждать. Ну вот, наконец-то приехал. А, вот отсюда все. Вода льется. Причем он еще под свет льется и таким узором. Офигеть, тут все просто. Это мелочи продумано. Абсолютно все. Это просто жесть. Если найти, да, куда? Я ж нажал кнопку, что за фигня, куда он ехал? Что, охерел? Блин, ну жесть. Для удобства вот такие лампочки сделаны, потому что, чтобы не пропустить лифт. Я, кстати, даже с этими лампочками удалось пропустить лифт, потому что, ну, здесь очень много подсветки, и это все мешается вот так, и тут реально тяжело заметить, какой лифт когда приедет. Вот. Так что эти лампочки очень помогают. Вот. То есть здесь, да, 8 лифтов, по 4 с каждой стороны. Вот такая вот здесь штука крутая. Космик. Зеркальный потолок даже над этим всем. Офигеть. Я не знаю, как же это красиво. Вот там он светло, а здесь темнее становится. То есть уже после 5 этажа атриум этот сужается. Вот.
и еще темнее становится. Здесь уже никаких лампочек нет, вот это свет тоже становится тусклее. Вот, ну блин, как же это красиво. Я просто не знаю. Офигеть. Все это меняет цвета. Лифты тоже разных цветов все меняются. Даже вызовники меняют цвета. Синий, зеленый или красный. Я не знаю. Как это все элитно вообще. Даже мне еще так нравится то, что на вот таких подставочках вызовники. Блять, лифт. Там лифт уехал. Серьезно? Вы что, издеваетесь? Прямо передо мной он уехал. Поднял, я туда еду, а что? А ты на каком? Ага. Все, ого. Ты человек, а ты страшный. Вчера на пять это надо, я надел.
Почти без остановок проехали. Серьезно. Был рекорд проехать без остановок до 7 этажа. Ну, немножко не повезло. Еще все в разных цветах меняется, то есть по-разному. Вот стены синие, лифты оранжевые, эскалаторы белые. Бо. Это, конечно, офигеть. Офигеть, я один в лифте опять. Блин, круто. Слушайте, я реально один здесь еду. Как здесь просторно. Правда, больше одного этажа не проедешь, потому что здесь фига народу лифт. Накажет пожатие от установки. Да и... В общем, жесть. Мы с тобой куда на первый? Тут же лазер разобьет. Кстати, правда, тут еще и лазеры такие. Что должны заменить, короче. В общем, я не знаю, это просто настолько крутые лифты здесь. Я не знаю, здесь все до мельчайших деталей проработан, здесь все так синхронно горит, мерцает. Это жесть. Просто слов. Нет, я не знаю, у меня слов нет. Да, круто.